И всем привет, ребят, с вами Sticker Collection. И сегодня у нас, как вы видите, распаковочка. У нас наклейки FA365 и один жетончик Звездные войны. Просто я в магнит не так уж часто хожу. У меня все жетоны. Я там с другом просто обмениваюсь наклейки на жетоны. Вот. У нас один жетончик и два пака. Сначала мы откроем жетон. Надеюсь, я его так открою. У меня есть один способ. Сейчас, ребят. Да, я его открыл. И смотрим, что у нас тут. Так. Что же у нас тут? О, круто. Шагоход ACTC. Вот он, шагоходик. Ну, наверное, какой-нибудь вот сюда вот поставим. В принципе, видно. И начинаем распаковочку первого пака FA365. Сейчас глянем, что у нас будет тут. Давайте распакуем как-нибудь по-особенному. Типа как-нибудь вот так вот. И надеемся, что у нас тут что-нибудь будет. Так, откладываем весь мусор. И первая у нас наклейка. Я не знаю, какой это чувак у меня уже выпадает раз. По-моему, 15-й из River Plate игрок. Дальше. Командное фото. Это, наверное, празднование. Tigers. Блестяшки. Вот сюда вот поставлю просто. Чтобы красивенько было. Дальше Мартинес Инди из Порту. Вот, вот этого игрока у меня нет. Что-то защитник. Альварес из Тигерс. И Годин. Годин у меня есть. Ну, упаковка была, в принципе, нормальная. Потому что у меня журнал, по обзору журнала должны были увидеть. И распакуем второй пак. Как-нибудь распакуем. Вот так вот. Я уже вижу тут фигню. Вроде как. И там блестяшка. Сейчас посмотрим. Первый игрок из Фламенго. Габриэль. О, ребят, питерский Зенит, празднование. Очень круто, у меня такой нету. Дальше, Пинарол. Морган из Лестера. И еще чувак из Фламенго. Вот. Вот такой у нас был маленький пак-опенинг. Не забывайте ставить лайки. Ждите новых видосиков, пишите комментарии. Подписывайтесь на моих друзей. Там ссылочки я уже оставлял. Всем удачи, ребят, и всем пока.